провели сегодня очередной контрольный матч на учебном тренировочном сборе. Я считаю, сегодня сыграли два разных тайма мы. Если в первом тайме у нас многое не получалось в плане контроля мяча, мы долго возились с мячом, и соперник нас накрывал, также не было разворота быстрой игровой стороны, то во втором тайме, считаю, уже более целостно мы фрагментами выглядели. Были неплохие подходы в штрафную площадь соперника, к сожалению, не смогли реализовать те моменты, которые у нас были.